Мощная стереосистема и много сабвуферов. В Владикавказе прошел этап чемпионата России по автозвуку. Несмотря на дождь, на Манежной площади собралось почти 60 машин. Показать силу звука своей машины во Владикавказ приехали со всего Северного Кавказа. 17 классов, по 3 победителя в каждом. Классы разделяются по количеству сабвуферов в машине и мощности извлекаемого звука. Участники этого этапа соревнований попадают на финал чемпионата России. Он пройдет в Ростове. В Владикавказе такой формат, он впервые. Да, это хобби, увлечение. То есть, да, это наш, можно сказать, живем этим.